Всем доброго дня. Всем привет, катаемся по Чепецку. Так, жалко, у нас вот здесь сделали брусчатку. И когда рыли под газовые трубы, все перерыли. И сейчас насыпали щебня, да, и щебень весь провалился просто. Ямы получились. Такие вон ямы получились. И жалко, никто не будет это ничего переделывать. И будет вот такая вот дырень, да. Улица Первомайская. Двадцать один градус. Сегодня у нас 1 мая. Ну, когда выйдет, неизвестно, это видео. Наверное, не 1 мая. Ну, сегодня-то 1 мая. Ты хочешь по Сосновой направо или налево? Ну, давай направо, там проедем. Так, это право вот это вот? Нет, налево, значит. До сих пор не запомнил, где право, где лево. Ну, это, видимо, есть такая тенденция, но я даже не знаю, у женщин или нет, но я знаю, что многие путают. Ой, да ладно, все путают. Ну и покажи, что тут на рубилите. Вот здесь у нас прибрались на территории. Здесь раньше все было в кустах и в деревьях. Все убрали. Прибрали. Не знаю, что тут будет вместо этого, что не сделали, так и оставят. Чтоб снова заросло, да? Может, и снова зарастет. А что подпорную стенку делать? А что там? Что-то куда-то съехало? Не знаю. Не убрали бы кусты, так и не заметили бы. Да? А у нас начинают цвести уже одуванчики. Спускаться листья на деревьях. Зеленеет травка. Ну, я считаю, что для нашего региона вот, то, что нынче у нас весна такая ранняя, это как бы, ну, это удивительно, да. Это факт. У нас нынче очень-очень быстро сошел снег, прям просто моментально. Слушай, меня, наверное, не слышно, да? Может, включить кондиционер, или там ты откроешь просто побольше? Круто. Ну. Видите, у нас травка зеленеет. Как прям на югах, слушай, у нас весна. Может быть, у нас меняется климат, и у нас полоса, да, вот это вот, пояса. Полоса. Полоса, пояса. Пояса. Ой, ребятенок сидит, смотри. Бля, ты что такое? Ребятенок сидит, безнадзорный. А, как-то я бы побоялся здесь ребеночка оставлять. Дороги-то. Ой, к сожалению, у нас много детей бегает безнадзорно. Ленина. Все везде сухо. У нас прошел дождь. Ну, всю пыль дождь, да? Прибил. А то мы как-то со Стасом гуляем вечером, да? И такая пылища стоит. Прям вообще глаза режет. Кашляешься. Угу. Помнишь, мы тогда с тобой ходили по Мира? По Мира? Да, по Мира точно. Мы ходили без Завириша. И пыль стояла прям столбом. Город зеленеет. Кто говорил, что у нас город не зеленый? Он у нас с высоты птичьего полета очень даже зеленый. Очень много деревьев. Он же у нас город химиков. Кстати, здесь что-то строят, сейчас покажу справа. Сейчас проедем. Там справа разровняли землю, трактора ходят.
Я тебе сказала тогда, когда что я говорю, а я не знаю, что там будет, надо посмотреть в интернете, наверное, там что-то написано, но там сделали ограждение, забор поставили. Я тебе еще тогда говорила, когда мы в Киров ехали, я говорю, смотри-ка, тут забор поставили. Сейчас мы покажем. Это с правой стороны. Ну вот здесь вот, но я видела, я тебе говорила об этом. Вот трактора ходят. Надо почитать, я думаю, где-то написано. Мы с тобой новости-то особо не читаем. Что там построили, даже не знаю. Что-нибудь построят. Наконец-то у нас в городе занялись какими-то проектами по благоустройству, по озеленению города, по устройству мест отдыха для горожан, да? Да. Одуванчики начинают везде цвести. Пока еще немного, скоро будет их очень много. И они будут цвести все лето. Одуванчики цветут, по-моему, 4 поколения, до 4 поколений за все лето. Так это же хорошо. Ну да. Хоть что-то у нас цветет и пахнет. Все лето. Из одуванчиков, кстати, варенье делают. Да, вот так, и учебное еще какое-то. Так что это неплохо. Выезд из города Кирово-Чепецка, тоже тут все зазеленело, ивы зеленеют, березки зеленеют, ольха вон там торчит. Сосны, да? Елки зеленеют, да? Ну куда уж, елки-то куда уж зеленеют, они так зеленые. Круглый год. Как про светофор, да? Стоишь на зеленый. Иди, да? Зеленеет уже, не будет. Радостно становится, да, на душе, когда вот так все зеленеет, все расцветает, просыпается. А, к сожалению, завтрашнего дня опять будет прохладнее. Ну так что ты хочешь-то еще и начало мая, еще начало весны-то. Ты как прям бы захотел сразу лето 35 градусов или что? Ну начало весны-то. Начало весны 1 марта. Май даже. Ну я считаю, что когда вот снег месяц еще лежит, это еще не весна. А вот когда уже травка зеленее, тогда да. Мы вчера гуляли со Стасом по улице Заводской. И вы представляете, там опять была дымка, но пахло уже не хлором, но глаза, глаза слезились. И об этом нигде никто ничего не написал. Они нигде ничего не будут писать, да. Потому что это происходит, вот мы с той погуляли, буквально поднялись выше, да, да, и эта дымка ушла. Ну, то есть выброс какой-то был, но она просто вот, ветер подул, она ушла. То есть ветра не будет, может быть, опять какой-то выброс, опять там будет, да, скопление, да, вот этих газов. Так что, кто у нас пишет? А что у вас там? А вот это там? Да это постоянно. Это постоянно. Просто об этом не всегда в СМИ сообщают. Да. Мы вчера погуляли, потом уже пошли другим путем, поднялись выше, да? Да. И ушли потом уже обратно домой, потому что, ну, спускаться мы вниз туда не стали. Реально стало не щипать, а вот слезаться. Все. Стали слезиться глаза. Поле сухое. Тоже спрашивают, да,
где народ, где у нас народ в городе. Но вы знаете, мы сегодня гуляли по микрорайону, как он называется? Вот этот микрорайон, потом улица Победы, да? Короче, в районе 12-й школы. 12-й школы. Там тоже нет людей. Ну, то есть, когда лето, то есть, собственно говоря, и зима. Когда хорошая погода, наверное, все разлетаются кто куда, только не в городе. Да я не знаю, наверное, просто у нас тихий, спокойный городок, поэтому не имеет значения лето, зима, осень или весна. У нас действительно очень спокойно, и иногда во дворах, я тогда ходила получать полис на улице Победы, тогда еще там выдавали. Я проходила тоже через этот весь микрорайон, такая думаю, блин, вообще никого нет. Идешь такая, как одна в городе. Но со Стасом мы ходили, например, на салют. 9 мая, да. И народу было прям вообще не протолкнуться, да. И думаешь, откуда столько людей? Да. Так, ну что, мы поехали. Сейчас покажем, куда мы приехали. Погулять мы поехали. Что делаешь, Ильич? В общем, погуляем. А в этом видео мы говорим о всем пока. Да? Всем добра и всем пока. Кто хочет, может подписываться на канал. Кто не хочет, может не подписываться на канал. Может нас смотреть, может не смотреть. Как некоторые тоже пишут, а что вы вот так, а вот так вот. Но если вам действительно не нравится видео, вот знаете, вот мне есть тоже. Есть блогеры, у которых вот видео заходят, а у которых не заходят. Да? Я просто их перелистываю и не смотрю. Чего и вам желаю. Всем пока.